Приветствую всех, дорогие друзья, на первом видеообзоре на моем канале, посвященному серии LEGO Bionicle. И это у нас Ракши Гурак. Я не являюсь особым фанатом данной серии, и у меня не так много наборов, но подсерия Ракши всегда интересовала меня и привлекала своим интересным и устрашающим дизайном. Из всей подсерии Ракши у меня имеется лишь Гурак, но тем не менее он мне нравится больше всех остальных, и у меня имеется даже инструкция и канистра от него. Но давайте для начала взглянем на его замечательные ноги с интересной конструкцией и очень функциональные, замечательными деталями, которые могут подойти для любых ваших самоделок. Что касается его торса, то сделан он тоже довольно-таки интересно с использованием шестеренок и деталей техник, а все потому, что там находится очень интересный механизм, который присутствовал у всех Ракши. Вооружен этот грозный воин своим двухлезвийным посохом, который сделан тоже довольно-таки просто, но оттого не менее эффектно, с использованием замечательных деталей лезвий. Вот на что самое интересное для меня в этом наборе, это его маска, которая сделана очень круто, и цвет у нее очень насыщенный, и сама она выглядит довольно-таки круто, немного так скошенно и действительно устрашает. Вот в принципе все, что можно сказать про этот замечательный набор. Как я и сказал, я не являюсь особым фанатом данной серии, но Ракши меня всегда привлекали, и поэтому я планирую собрать всю подсерию, и первый шаг уже к этому сделан. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока, друзья!